А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать группу сервера по тематике Гарри Поттера. Здесь вас ждут уроки реальной магии, полеты на метлах и также большой загадочный мир волшебства. Как зайти на сервер, где он находится и как вообще туда попасть, вы сможете найти в описании в информации этой группы. Ссылочка на нее в описании, заходите и становитесь Гарри Поттером. А мы приступаем к просмотру. Хе-хе-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать на мой сервер, где мы продолжаем открывать кейсы, прям как в CSGO, и сегодня мы, как обычно, откроем 3 серебряных кейса с обычными шайнями покемонами, 3 золотых кейса, это у нас стартовики шайни, 3 алмазных кейса, это у нас редкие шайни покемоны, и 3 изумрудных кейса, это у нас легендарные покемоны и легендарные шайни покемоны. И, в принципе, ребята, давайте мы сразу же приступим и сразу же... Ой, дайте я сниму наушники и сразу же начнем открывать кейсы и посмотрим, выпадет ли нам что-то стоящее. Я бы хотел шайни Старью. Шайни Сайтер, это, если честно, тоже очень круто. Давайте мы его себе возьмем. Опа, давайте посмотрим на него. Shiny Cider. Круто. Дальше. Второй кейс. Второй кейс, ребята. Кто не знает, что у меня есть свои сервера, или кто не знает, как на них поиграть, какой сайт, ребята, просто заходите в описании к этому видео и посмотрите ссылочку, нажмите на нее и просто-напросто перейдите на мой сайт, и там вы можете скачать и лаунчер, и зарегистрировать, сделать, короче, все, что приведет к вас на мой сервер, и чтобы вы смогли тут поиграть. Поэтому, ребята, не ленитесь, если хотите, то заходите, я вас буду тут ждать. И нам выпадает Shiny Magnemite. В принципе, нам уже вроде один или два раза. Нет, вроде, если мне не изменяет память, то Shiny Magnemite нам уже выпадал один раз ранее. Сейчас второй раз. Если честно, я бы очень хотел Shiny Horsey. Тоже Shiny Horsey и Shiny Litwicka. Shiny Litwicka, Shiny Golette. И в принципе, наверное, Shiny Abra бы. Но на первом месте это Horsey, потом Golette. Лев, нет. Кто там еще? Shiny Jinx есть. Ух ты, Shiny Pichu, это тоже круто. Shiny Pichu, да, Shiny Pichu. Давайте посмотрим. Зашибись. Дальше, выкладываем их в... Ой, вот так. Так, секундочку. Дальше, ребята, мы открываем золотые кейсы. Золотые кейсы — это шайни стартовики. И посмотрим, кто нам выпадет. Если я так сейчас немного припоминаю, кого мы хотели, ребята? Шайни Маткипа мы хотели, шайни Пиплопа мы хотели, шайни Тюртвига мы хотели. Шайни Синеквилл нам уже выпадал. Нам вроде еще Shiny Squirtle не выпадал. Ну, сейчас посмотрим, кто нам выпадет. Я бы хотел кого-то крутого. Пожалуйста. Shiny Tepiga, точно. Ух ты! Ух ты, точно, Shiny Torchic. Неплохо. Shiny Torchic, это, если честно, тоже офигенно. Тоже офигенно, поэтому, ребята, поэтому это даже очень круто. Давайте мы дальше открываем кейсы. Опа, второй по счету. Второй по счету алмазный. Не алмазный, а золотой. А так это уже вроде какой пятый. Ух! Shiny Tepig, ребята. Ух ты, если он ценится, потому что Shiny Tepig — это все же очень круто. Он будет круто выглядеть, когда он будет эмбуаром. Да, у него будет как будто... Это же огненный покемон, да, но когда он будет Shiny эмбуаром, у него будут такие... как это называется? Ну, короче, такие рисунки на теле, да, вокруг так тела вот тут, такие будут синие, как будто он, этот покемон с льда, но почему-то он огненный. Ну, такое ощущение. Но все же, ребят, я рад то, что нам выпал Shiny Tepig. Он очень такой ценный, сильный, свиночка, прикольная. Прикольная свиночка, поэтому я рад, что он нам выпал. На одного покемона, которого мы хотели, стало меньше. Сейчас Shiny Trico нам уже выпадал. Ну, сейчас Пиплоп, Маткип. Сквиртл. Сквиртла я, если честно, не очень прям хочу, но это покемон, который нам еще не выпадал за там несколько серий открытия в кейсов, поэтому Shiny Тюртвик тоже. Shiny Charmander нам уже много раз выпадал, поэтому, ну, Чармандером мы всегда рады, это наш первый
а вообще стартовик и, в принципе, наш старый-старый друг и знакомый. Поэтому Чармандеру мы всегда рады, неважно, шайни ли он или нет. Приступаем, ребята, к редким кейсам, алмазным редким кейсам. Шайни Сандил там пролетел. Ребятушечки, Шайни Иви нам еще никогда не выпадал. Не выпадала, потому что сейчас она женского пола, если вы смогли заметить. Шайни Иви, ребята. Офигеть, нам Иви еще никогда не выпадала, я рад. Там кто еще тут есть какой-то крутой? Шайни Магби, Шайни Блисси. Да, тут Шайни Кранидо, Шайни Аэродактиль нам уже выпадал. Я, если честно, даже не мечтал, чтобы нам выпала Шайни Иви. Я даже вообще как-то, знаете, о нее Шайни Хундур. Шайни Лапрас тоже круто, но Шайни Лапрас один раз нам вроде выпадал. Поэтому тоже круто, он такой фиолетовый, прикольно. Дальше. Но кому-кому, но Иви, ребята. Все же мы любим Иви, потому что она, как многие говорят, там няжный покемон. Ну, в принципе, прикольный, да? Что самое главное, после эволюции, например, того же Жолтёна, Шайни Иви становится таким зелёным, нет, таким лаймовым цветом. И, если честно, очень мне нравится. Так, кто нам выпадет? Шайни Сандил. Шайни Багон, вот, Шайни Багошу я бы хотел. Как в его последней эволюции Соломенца он будет... Опять Шайни Лапрас, ты издеваешься. И в последней эволюции... В Соломенца, да, он будет зелененьким. Так он вроде... Ребята, какой он, если я помню? Так он вроде синий с красным, а когда Шайни, он вроде зеленый тоже с красным. Если честно, я не помню, но что-то в этом роде. Да, если честно, нам... Если даже сейчас нам не выпадет какой-то стоящий легендарный покемон или шайни легендарный покемон, то я, если честно, не огорчусь, потому что Шайни Иви это уже круто, я уже рад, и если нам выпало Шайни Иви в этой серии, это можно сказать, что серия уже удалась, потому что я много раз видел то, что люди обменивали Шайни Иви на легендарных покемонов, поэтому, знаете, это как будто, ну, сбалансированное. Шайни Иви один легендарный покемон, не прям какой-то самый суперский, да, там Шайни Грудоша или еще кто-то, но все же. Шайни Артикуно, ребята, вот он. Шайни Артикуно нам уже вроде 2 или 3 раза выпадал, поэтому радоваться ему, ну, нету большого смысла. Но все же у нас еще 2 кейса осталось, ребята, не спешите уходить. Мы еще открываем 2 кейса и посмотрим, что нам выпадет. Кстати, сейчас, дайте уже вот этот кейс откроется. У-ху-ху-ху! Шайни Лугия! Шайни Лугия! Ребята, в этой серии только что, минуту назад, я сказал, что если нам не выпадет какой-то стоящий легендарный покемон или шайни легендарный покемон, то я буду уже рад, потому что нам выпала шайни Иви. Но нам выпала шайни Лугия. Необычно, нам даже обычная Лугия никогда не выпадала там за сколько? За 4, за 5 серий. Открытие кейсов, да? А сейчас нам выпало сразу Шайни Лугия. Ребята, это офигеть. Шайни Иви и Шайни Лугия в одной и той же серии. Ну, это в принципе, как те же кейсы в CSGO, да, что может там 10 серий подряд выпадать какой-то шерпотреп, а потом в одной серии, пум, красные пушечки посыпятся, ножи посыпятся. Поэтому, ребята, это даже круто. Прикиньте, сейчас еще Шайни... Ну, Шайни Артикуно, ладно. Я уже доволен этой серией, в том смысле, что Шайни Лугия, это, ребята, очень круто. Это очень круто, если честно, я этому очень сильно рад. Ребятушечки мои, давайте мы будем на этом заканчивать. Ставьте лайки, если вы хотите новую серию открытия кейсов, я буду всегда рад. Вы знаете, что я вас очень сильно ценю, когда вы ставите лайки, это вы мне даете просто-напросто больше сил, больше мотивации для того, чтобы записывать больше видео. Как я уже раз говорил... Ставьте лайки, это большая мотивация для меня и намного больше новых видео для вас, потому что у меня прям руки как у зомби тянутся, да, записывать новые видео, когда я вижу много лайков.
Также, ребята, я читаю прям каждый ваш комментарий, который вы оставляете. Я, наверное, один из немногих ютуберов, которые это делают. И также, если вы могли заметить, я отвечаю на каждый ваш комментарий. Я, в принципе, общаюсь со своими подписчиками как можно чаще, как можно больше, но общаюсь только тогда, когда это адекватные подписчики, когда вы задаете адекватные вопросы, что-то спрашиваете нормально и в принципе, просто хотите со мной поговорить. А когда там обзываются или еще что-то, ну, понятно, что я не буду даже на них и внимания обращать. Поэтому, ребята, если у вас какой-то вопрос, пожелание, или вы хотите что-то там подсказать мне, просто напишите комментарий, я его постараюсь прочитать и на него ответить. Также вступайте в нашу банду крутых персов, нашу большую дружную семью. А как туда вступить? Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень рад прям каждому новому подписчику, потому что я слежу за подписчиками, когда хотя бы добавляется там пару новых подписчиков, я им очень сильно рад. Поэтому, ребята, подписывайтесь, и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.